В обороне четверка Зернова у магнитогорцев. Арпист сделал ложный замах. Передачу не стал выполнять. Тейлор Бек. Резкая передача. Бросок и гол. 1-0. Минская «Динамо». Счет открывает. Это Артем Демко. Все началось именно с Анквиста. Он, по сути, совершил ложный замах. Перевел шайбу направо, где был Тейлор Бек. И Бек очень резко сделал пас на пятак, где располагался Демков. Надо посмотреть на то, куда же там посматривал Бек. Он смотрел в одну сторону и сделал пас в другую. Это просто излюбленная манера канадского нападающего, благодаря которой удалось сделать классную передачу. 1-0. Минская «Динамо» впереди.